Всем привет, уважаемые зрители моего канала. И сегодня я хочу представить вашему вниманию распаковку одной, на мой взгляд, очень интересной вещи, которая появилась буквально недавно в продаже, в феврале 2017 года. Это портативная батарея Enrico Fermi 20800 мАч. Вот она. Можете полюбоваться, это ее упаковочка. Вот. И, уважаемые зрители, чем эта батарея интересна, что вот снизу, там, где моя рука показывает, вы можете видеть надпись с функцией 220 вольт. С функцией 220 вольт. Вот, сейчас я поближе поднесу, и вот вы можете прочитать, что там написано. Это первая такая портативная батарея. Раньше я таких батарей не видел, и для меня, как для профессионального фото- и видеографа, эта батарея, ну, как находка, потому что у меня лично она избавляет от необходимости, допустим, тащить куда-то с собой на гору инвертор и еще какую-то батарею, собственно говоря. Давайте теперь посмотрим, что нам производитель положил. То есть сегодня у нас просто распаковка, но и в дальнейших своих видео про эту батарею я буду уже рассказывать про нюансы. А теперь давайте просто распаковочку сделаем. Сейчас сама батарея упакована очень, ну, дорого, я бы сказал, очень достойно. На лицевой стороне вы уже ее видели. Дальше, что интересно, мне вот понравилось, портрет Энрико Ферми, это итальянский физик, и на украинском языке написано вот про него, его как бы биография. Сейчас вот вы можете видеть. Вот, кратенько. Очень, на мой взгляд, знаете, очень интересное такое решение, любопытное. Значит, с этой стороны идут технические данные батареи. Все на украинском языке, русского языка нет вообще. И вот идет кратенько пиктограммы, которые показывают характеристики этой батареи. Емкость заявлена 20800 мАч. Имеется порт 220 AC. Type-C есть порт и есть Quick Charge 3.0. Вот. Ну, давайте теперь откроем ее. Предварительно посмотрим вот еще с торца. С торца сделана такая ручка для переноски. Тоже как бы удобно. Ну и тут с другого торца ничего нету, просто коробочка, да. Давайте теперь ее откроем. Что интересно, видите, как она открылась? Она тут идет на магнитиках таких, вот так, тоже любопытное очень решение. И вот, уважаемые зрители, перед вами находится сам, вот, сама портативная батарея Enrico Fermi. Значит, внутри находится, как это обычно сейчас часто очень делается, ну, такое выплавленное из тонкого полиэтилена, по форме держатель или крепление. Дальше тут мы с вами видим, так, это у нас Type-C, да, это у нас USB-Type-C проводочек производитель положил. Дальше открываем, так, сама батарея, ну, мы ее покрутим чуть попозже. Так, давайте вот так положу, да, Enrico Fermi мы видим. И поднимаем вот эту пластиковую, как бы, формочку, да. Снизу идет бумага, достаем, что это такое, открываем. Ага, видим Enrico Fermi, портативная батарея с функцией 220 вольт. Enrico Fermi, портативная батарея с функцией 220. Техническая документация. Ну, здесь полностью техническая документация. То есть, в принципе, она повторяет в основном все те данные, которые находятся уже на крышке. Вот. Вот сейчас я поднесу ближе. Я думаю, что вы на стоп-кадре можете даже прочитать. Все на украинском языке, русского языка нет.
откладываем в сторону. Ну и, уважаемые зрители, сама батарея. Сама батарея чрезвычайно, ну, я бы сказал, компактная. Очень хороший форм-фактор. То есть она небольшая, не маленькая. Металлическая и сделана из металла. С этой стороны мы видим вентиляционное отверстие. И вентиляционное отверстие изнутри закрыто крышечкой. То есть не крышечкой, а то ли сеточка такая. Тоже как бы грамотное решение. Так, дальше с этой стороны идет надписи. Вот, ну тоже понятно. И опять мы приходим... Так, два вентиляционных отверстия, то есть с одной стороны вентиляционное отверстие, как вы можете видеть, и с другой стороны вентиляционное отверстие. Это хорошо. На самом деле это говорит о том, что охлаждение будет хорошим, и это приятно. Так, с тыльной стороны у нас с вами идет, вот так, наверное, лучше видно будет, да, кнопка включения-выключения, потом идет, вот так лучше, так, разъем Quick Charge быстрой зарядки, In-Out Type-C, то есть как он работает, как на вход, так и на выход. Ну и обычный USB разъем и кнопка включения. Вот давайте нажмем кнопку. Вот сейчас загорелась цифра 38. Это я только его принес из магазина, и вот видите, загорелась цифра 38, значит, и потухла. Значит, такой у нас заряд. А с лицевой стороны разъем 220, который состоит из обычного разъема. Вот, и там написано 16 ампер, я вижу 250 вольт. Вот, внутри самой розетки. Я думаю, это максимальное значение, наверное. Так, ну и вот эта крышечка резиновая. То есть она гнется, и тут она находится на шарнирчике таком, по-моему, который ходит и закрывает при необходимости, я так понимаю, вот таким образом. Вот так. То есть как она еще? Ага, вот так закрывает сам разъем 220. Вот, уважаемые друзья, такая... портативная батарея, интересная, очень интересная, на мой взгляд. Теперь давайте немножко в двух словах про характеристики я расскажу. Да? То есть заявленная по инструкции максимальный вольтаж, это, извините, максимальная мощность, это инвертора, который находится внутри, 80 Вт. Но там написано как? Не максимальная 80, извините, а максимальная 100. А рабочая типа 80. Но в инструкции не написано, что 100 это пиковая. Вот мне, например, не очень понятно, 100 ватт потянет ли долговременную работу, потому что, например, для меня это важно. У меня все полетные батареи заряжаются от преобразователя в 100 ватт. Я вот сейчас не могу понять, для коптера не могу понять, то ли 100 ватт это пиковое значение, то ли можно заряжать. Значит, в магазине, когда я его покупал, мы подключили к нему телевизор 98-ваттный, ну 100-ваттный. Он абсолютно спокойно его потянул и работал. Вот это я, уважаемые зрители, не знаю. То есть попробовать я попробую. По идее, конечно, там должен стоять какой-то защита. То есть при критическом перегреве, по идее, эта мобильная батарея должна отключаться. Но это мы с вами узнаем только... в процессе эксплуатации. Ну а так, маленький ноутбук, маленькие зарядки для моих фото и видео приспособлений, где-нибудь в горе эта штука потянет просто на ура. И что еще хорошо, уважаемые зрители, вот я снова беру ее в руки, то есть достаточно подключить, извините, ему в жопку за мой французский, да, подключить еще одну любую Powerbank. Тот, ну, например, любой, какой угодно. У меня это Xiaomi, например, в 20 тысяч. И вы уже получаете батарею не в 20800, а в 40800. И на сегодняшний день я считаю, что это очень и очень круто. Ну что ж, друзья, распаковочка закончена. Не забывайте подписаться на мой канал. Тогда вы будете знать,
как эта батарея эксплуатируется, потому что она совсем-совсем новая. Буквально в феврале 2017, вот как я сейчас делаю этот обзор, она появилась в продаже. Поэтому следите за моим каналом, а я вам желаю всего самого-самого хорошего. До свидания.